E Как объясняет критик Эстеви Риамбау, у Марка Феррери было видение мира, основанное на том, что мир всегда распадается на части, даже если мы этого не видим. А если, говорит критик: мир не разрушался, то Феррери сам прикладывал к этому руку. Неважно, снимал ли он Кинг-Конга, лежащего на побережье или стариков, просто пытающихся выжить это всегда был мир, распадающийся на части в этой описательной рентгенограмме творческого метода Феррери и понимание того, как устроен его кинематограф, это структурная социальная антропология, где быт представления вещи, ритуалы общества, потребления, бесконечного изобилия в действительности строятся на дезинтеграции и распаде, на заклинании этого хаоса. И в то же самое время мы здесь видим пророчество, пророчество Феррери. Как он угадал, все включая и Брекзит, и распад экономического пространства, и коронавирус, и атомизацию, и, конечно, общества и индивида, как он мог представить себе, что мы перейдем, говоря языком Бодрияра, к такой стадии головокружительного потребления катастрофы. Катастрофы как потребление, катастрофы как зрелище. Какую бы картину Феррери вы ни взяли, раннего или зрелого периода, я, кстати, считаю, что нет никакого раннего творчества Феррери. Он сразу вступил в кинематограф зрелым мастером, здорово научившийся сначала в роли помощника, затем какого-то на вторых ролях режиссера. И, наконец, когда он в Испании приступил к самостоятельным съемкам, это был абсолютно состоявшийся мастер. И вот какую бы картину Феррери вы ни посмотрели, вы увидите, что она одни сегодняшнем. Я уже рассказывал о картинах классических скандальных, таких как «Большая жратва» или «Делинджер мертв». Но дебют Феррери состоялся еще в 50-е годы в франкистской Испании картиной «Квартирка». И вот сейчас, когда сам я обзавелся «Квартиркой», для чего пять лет пришлось вкалывать на нелюбимой работе, наступать на свой собственный хвост, давить собственную песню, я понимаю, как и эта картина актуальна действительно всех абсолютно испортил квартирный вопрос. На какие жертвы вы готовы пойти для того, чтобы вселиться в собственную клеточку, которую, кстати говоря, еще неизвестно сколько предстоит оплачивать в системе ипотеки, которую непонятно как еще сохранить в системе бесконечных наступлений, в том числе коммунальных служб, на наши финансы и права, за которую, за которую неизвестно чем ты готов пожертвовать. И вот Марко Феррери показывает в картине, которая снята тогда во времена строительного бума, потребительского и бэби-бума, когда многие семьи въезжали в свои новые клеточки, когда все они смотрели в будущее, как кажется, с надеждой, Марко Феррери показывает, в чем здесь состоит распад. Сама по себе семья у Марко Феррери часто становится предметом анализа. Хотя бы в фильме «Королева пчел», где мы видим, как женщина, как паучиха, обволакивает мужчину, а затем бесконечно как какого-то донора потребляет и заставляет в конечном счете его умереть, когда он отдает все соки жизненные, когда он превращается всего-навсего еще и в донора ребенка. Или такая же примерно картина свадебный марш, женщина-обезьяна, неважно какие роли женщины или мужчины здесь ведущие, важно, что семья ⁇ это тоже потребительский кооператив. И вот когда мы смотрим фильм «Квартирку» уже действительно более чем полвека спустя, мы понимаем, что это прямо о дне Кстати, странно, почему Феррери выбрал для дебюта действительно франкизскую Испанию. Может быть, он решил начать с того, что потруднее? Может быть, он как такой Матадор на Кариде вызвал на бой ту самую франкизскую цензуру? И это общественное мнение, которое, конечно, относилось к таким картинам как минимум с подозрением, может быть, он решил бросить им как собакам кость или как быку бросить красную мулету. Так или иначе, картина, в которой представлена совершенно житейская обыденная история, представляет собой серьезную деконструкцию самого образа жизни человека 50-х и человека 20-х годов нашего уже тысячелетия. Метод Феррери, как он его сам называет, внутренняя геометрия, строится на точно рассчитанной связи между концептом, художественными образами, техническими средствами кинематографа. В формуле Феррери учтено все, все переменные от настроения актера до интенсивности освещения, расстояния до объекта съемки. Как он говорит в одном из интервью, я снимаю свои фильмы весьма упорядоченно, в очень интимной и абстрактной атмосфере, затем я проверяю случившееся я должен убедиться, что результат этой внутренней геометрии соответствует реальности. Это и есть представление о том, как устроен кинематограф Феррери. Очень важно, где происходит действие. Где живет герой, например, в новых кварталах тех самых, которые даются в ипотеку, из которых на работу, а работа еще одна точка для анализа, нужно добираться, может быть, несколько часов. В тех кварталах, в которых одно зеленое деревце, а все остальное разве что банки в лучшем случае школы и больницы ну объекты какого-то другого назначения особенно увеселительного или для отдыха для восстановления рекреации жизненных сил практически отсутствуют и вот когда мы описываем мир Феррери который в действительности как топология как карта со спутника абсолютно объективен мы понимаем что находясь в клетке, ты действительно начинаешь вести себя как обезьяна. И так принципиально, что действие происходит в Испании в то самое время, когда о режиме Франко перестали говорить как о фашистском, он превращался во все более респектабельный политический порядок, когда Испания вполне успевала в темпах производства и потребления за остальной Европой, когда футбольный клуб «Реал» готовился править европейским футбольным миром, и так далее, когда испанские продукты, испанские зрелища пользовались спросом, индустрия туризма, строительное производство, все прекрасно. Но, как говорит тот же Риамбау, в Испании Феррери считали марсианином. Для франкистов он был бомбой замедленного действия. Он был скорее моральной, чем политической угрозой. Именно этого они боялись больше всего. Речь в фильме «Квартирка» шла о разрушении семьи, коляска была атакой на респектабельных граждан. Фильм «Парни» разрушал надежды молодости. Этот режиссер подрывал саму идеологическую основу франкизма. Два скромных героя фильма «Квартирка» Супружеское будущее в действительности супружеская пара, которая пока не может свои отношения оформить, потому что жить элементарно негде, Родольфа и Петрита готовят свой, как бы сейчас сказали, проект. Ну а пока Петрита живет в такой вороне и слободке у сестры с ее пятью детьми, мужем и прочими сидящими буквально друг у друга на головах гражданами, Радольфа повезло чуть больше, он снимает маленький угол в коммуналке почти в центре Мадрида. И, кстати говоря, там у него хорошая квартирная хозяйка. Если чуть-чуть подмаслить, так она может вообще оформить на него оставшуюся жилплощадь. Почти каждое свидание двух немолодых влюбленных заканчивается скандалом. Разумеется, тщательно отрежиссированным и хорошо сыгранным Петритой. Как всякая женщина, точно знающая, что ей необходимо в этой жизни, она подталкивает своего жениха к решению рокового вопроса. Супруги, будущие супруги примиряются и так, и эдак, приезжают в новый квартал, представим себе такое Девяткино, там еще пасутся коровы, а вот уже выросли эти новые тесные метры без всяких удобств, но которые, конечно же, им не по карману. Есть решение проблемы гораздо проще и эффективнее. Старушка, у которой квартирует Радольфа, наверняка скоро отдаст концы. Тогда можно жениться на ней временно, оформить отношения эффективно, с тем, чтобы дальше Радольфа стал уже законным наследником. Тут, кстати, проблема приобретает кавкианский характер. Вопрос еще в стадии подготовки консультируется у адвокатов. Но, как говорят они, получить по закону жилье устным способом невозможно. Все, все обстоятельства подталкивают Радольфа к единственному решению – брачному мезальянсу. Ну а там, говорит адвокат, все зависит от того, кто умрет первым. Радольфа еще немножко помыкается, но воля Петриты, давление обстоятельств направляют его как шар в лузу. Обстоятельства это вообще двигатель сюжета. С первых сцен квартирки мы оказываемся как будто внутри ритмически работающего пресса. Петрита организует давление во времени, чередуя сцены мирных относительно отношений с истерическими припадками Окружающие вещи кажутся деталями огромного механизма, которые зажимают жизнь в тиски. Помните, как в новых временах Чаплина буквально реализована эта метафора? И вот эта невыносимая плотность коммунального бытия, которую с сатирической точностью обрисовал Феррери, особенно в сцене визита к Петрите, в квартирку, точнее, ее сестры. Посмотрите, как тут все устроено многофункциональный стол, на котором, помимо прочего, водружен ночной горшок вместе с ребенком, тут же пенсионер с кроссвордом, шумный выводок, не поддающихся никакому подсчету детей, оглушительный шум из открытого окна, а иначе как спастись от духоты, повсюду натянуты бельевые веревки, тряпки, а другое их назначение, кстати, разграничить жилую территорию. Со скандалом в открытую дверь заезжает сосед-паралитик. В контракте значилось три ребенка. В общем, настоящий адок, жить в котором практически невозможно, разве что ждать переезда по чьей-то смерти. Эта утрамбовывающая плотность эконом интерьеров рифмуется с общим видом жилых кварталов. Кстати, не обязательно тесных коммуналок в центре Мадрида. Тут уж выбирать либо близость к работе, к такому постоянно действующему прессу, либо относительно далекое, но зато чуть более просторное собственное жилье. В поисках доступной аренды герои прибывают туда, как на какие-то выселки, как будто бы это конец света. Мы видим бредущее козлиное стадо, рядом останавливается трамвай, полное ощущение края мира. Камера дает полукруговую панораму и обнаруживает, линию одинаковых девятиэтажек, типовые спальные кварталы эпохи строительного бума. Обманчивый относительный простор этого мира на краю света и широкие проспекты лишь по контрасту дают понять еще сильнее, как тесны рамочки, в которых нас прессуют. Посмотрите на количество вывешенного на окнах белья. Наверное, внутри такая же теснота и обида, как и у сестрички Петриты. Дилемма Радольфа – это, конечно, вечная дилемма. Всякий раз во все времена выясняется, что для того, чтобы начать полноценно жить самому, приходится дождаться смерти другого, пока он уступит тебе место, когда он лучше всего оставит наследство. Помните программу пожизненной ренты? Выясняется всякий раз, что, конечно же, это жилплощадь, которую оставляют старики – это слишком дорогая для государства вещь, чтобы пускать этот процесс на самотек, а там, где есть интерес к этому процессу, там есть и криминал, и мошенничество, разумеется, поэтому никто не предоставит старикам такое счастье хотя бы умирать в относительном одиночестве. Всякий раз они оказываются картой, которую разыгрывают ставкой, которую можно перебить. При этом, посмотрите на Радольфа, он ведет себя как настоящий джентльмен на фоне всего прочего зверинца он единственный, кто желает старушке добра и не ждет ее смерти, интересуется в действительности ее жизнью. Его отношение к престарелой леди поистине рыцарское. И еще, кстати говоря, надо полагать, что когда, а это произошло уже, старушка умрет, он поймет, что та жена была лучше нынешней. Посмотрите теперь, как берется наводить порядки Петрита, как она разгоняет жильцов, эта молодая хищница. И надо полагать, что Родольфа первый сделается ее жертвой. И с этой мещанской сентиментальностью, с этой несвоевременной рыцарственностью, конечно, Родольфа лишний человек. Рыцарь печального образа, пожалевший старушку, на которую другие делают просто циничную ставку. Эта история, история из наших дней в действительности, история, которая становится тем более актуальной, чем более дорогими становятся квартирные метры, это оселок того, что называется забытым словом гуманизм. На что мы готовы пойти? Для того, чтобы стать собственниками чего-то дорогого и недвижимого. А что мы готовы сделать? Для того, чтобы остаться человеком в ситуации, когда наша жизнь так или иначе зависит от чужой смерти. Но проигрышная дилемма, когда ты женишься по любви и останешься без площади, без метров, или когда ты женишься по расчету и останешься без любимого человека, без настоящей жизни, это, конечно, дилемма нерешаемая. В разных других фильмах Феррери будет всякий раз показывать, как направо пойдешь, налево пойдешь, все равно что-то потеряешь. Почти все фильмы зрелого Феррери показывают, как в этих джунглях, каменных джунглях, где люди по неволе становятся хищниками, где обеспечивать семью можно только обесточивая других. В этих джунглях иначе, конечно же, не выживают или сходят с ума. Так что же делать? Быть свободным, жить своей жизнью, как бы сказал Гадар, значит часто не иметь своего угла, не иметь привязанности, мыкаться, арендовать, переходить с работы на работу со своим неуживчивым характером, а если крутиться, как все, как все, устраиваться, делать ставку на коммуникацию, на такой кооператив с другим, конечно же о слове свобода, любовь и счастье приходится говорить с какой-то дистанции.